Hey, what's up? Меня зовут Флэйджик, и добро пожаловать в Dead by Daylight. Ребята, новый маньяк вышел. Мы сейчас играем прямо за него. Зовут The Nurse, The Curse. Не помню, как зовут, но маньяк очень страшный. И самое крутое в этом маньяке — это его способность, блин, которая позволяет сквозь... What the fuck? То есть мы блинкаемся, но мы потом получаем какой-то урон, как я понял. Потому что просто так все это не получается. И... Так, вот я уже вижу. Где-то здесь, ребята, где-то здесь. Смотрите, наверху, наверху шастает. Шастает наверху. Эй, ребята! У меня тут блинк есть. Куда вы пошли? А, спрыгнули, красавцы. Опа, 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 парниша! А ну-ка, иди сюда. Куда пошел? Куда пошел? Куда, парниш? Парниш, смотри. Как вкусно. Иди сюда. Ой. Ты понимаешь, что мне насрать? А, да, больно, 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 больно немного. Проходим. Слишком слабо мы ушли. Сейчас. Опа. Так. Драту ты! Тихо, тихо. Далеко не уйдешь, далеко не уйдешь. Здесь стой. Ой, хорош, малыш. Хорош. Прям ко мне на крюк сейчас сядешь. Ты понимаешь, что все это до свидули уже. Вау. Посмотрите, какие крюки спец... Ох, еще подвешивание уже немножко такое крутое. Прям камера двигается. Ну что ж, братишка, тебе капут. Так, нужно внимательно следить, потому что его сейчас хотят спасти. Нельзя ему дать. Короче, вот новые крюки, вот это для маньяка крут. Опа, посмотрите, кто у нас там. На, офигеть! Вы видели этот мув крутой, ребята? Это, ой-ой-ой, посмотри, посмотри, что делает. Не-не-не-не-не-не. Да! Идите сюда. По одному давайте. Оп. А, то есть я могу блинкануться и один удар сделать. И все. Так. На! Двоих уже положил, ребята. Двоих положил. Ну-ка, ну-ка, кто там еще у нас хотел лечь? Куда? Куда все ползут? Ах ты, девчуля! Девчуля, а ну-ка отошла. Девчуля, это мой чувачок. Так сказать, маньяк, но маньяк-то я. В общем, таки мы этого чувачка кладем. Так. Главное, что другого не починила. Она. Так. Так, так, так. Где мы положили? Так. Там генераторы беспалево чинят вообще. Ой-ой-ой, посмотрите, посмотрите, что творят. А мы наверх можем блинкаться, интересно? Нет, наверх блинкаться, к сожалению, не можем. Ой-ой-ой, все, одного полечили и... А, вышел с крюка, точнее. Слез с крюка парень у нас. Ладно. Раз вы так, ребята, хотите, ну, не хотите вы со мной нормально поиграться, давайте я вас грохну. Так, где ты тут спрятался? Я вам отвечу. Вот где-то здесь сидит. Тихо. Вот такие страшные звуки, вот эти стоны издают эта баба, это пипец, вы не представляете. Я в лобби сидел, я реально очковал. Так, вот здесь где следы были. Короче, у нас два коцнутых, ребята, и нужно что-то с этим делать. Нужно быстро... Опачки! Заряжаем. Опа, далеко. Хорошо, хорошо, хорошо. Починили парня. Сейчас мы обратно его. Ой-ой, куда? Кто это здесь? Куда побежал? Опа! Посмотрите, мы типа не видим. Я все вижу, сука. Иди сюда, куда ты пошел? Братишка, иди сюда. Давай. Пора умирать. Давай. Дай, посмотрите на него. Пошел наверх. Прыгай! Я жду! Ты же не прыгнешь! Я его, по-моему, пустил, нет? Он не спрыгнул. Да, блин, я дурак, я его только что взял и отпустил. А, тихо. Тихо. Вы чё, вообще офигели? Еще и прям при мне хилитесь? Вы посмотрите, какие они наглые, они еще и при мне хилятся. Так, ну-ка. Кто, ой, пошел. Иди сюда. Come on. Опа, давай. Кто-то у нас за деревом спрятался. Иди сюда. А, ну сюда. Он опять сейчас по той же схеме, что ли, пойдет? Так, нужно его обходить немного. Сейчас. Блинканемся. Но! Вот это красиво было! Вот так все время буду делать. Если не могу догнать, ты же, блин, реально! Если не могу догнать, я блинкуюсь и все! Ребята, этот маньяк просто суперский. Мне нравится этот маньяк. Этот маньяк просто божественный. Мне, походу, мне, знаете, напоминает откуда-то. Ну, то есть, это откуда-то же взятый маньяк. Просто, когда вы видите этого маньяка, ну, вы, наверное, видели. Ну, что он трясется так? Ай-яй-яй, смотрите.
Фонариком. Ой, красава. Куда? Я должен его... Я должен был его этот... Ты куда? Ты еще ложишься уже тоже, парень. Все. У нас тут двое мертвых. Так. Ну, этого... Нет, на руки не будем. Ох! Нифига! Ты наглый, братишка! Какой ты наглый, посмотри. Какой ты... А ну, сюда иди. Я не понял, ты ко мне не хочешь пойти? На! Ой, боже мой, вот этот просто геймплей из этого маньяка безумно крутой. Посмотрите, я просто мог еще сейчас догнать его. Ай-яй-яй, больно, больно, да? Все, обоссать. Куда? Сейчас все у меня будут поломанные, а? Куда перелазишь, дура? Двое лежат, так. Они же все рядом. Все же рядом, ну. Все ноют, ну куда ты спрятался, думаешь, я тебя не вижу, а? Ладно. Одного починили, сейчас будем потихоньку вешать. ХП мало у вас, ребята, поэтому пора умирать. Вы всего лишь один генератор починили, вы реально дебилы какие-то. Нет! А Джонни не уйдешь, давай, вешайся, тварь. Все, пошел отсюда, так, бабу сейчас. О! Силой! Силой! О! Вы че, вообще охренели? Я не... Куда ты ее снял? Ну-ка, обратно ты... Ну-ка, пошел обратно сейчас. По одному просто буду вешать. Этот слез, другой слез, и буду так. По одному, ребята. Сейчас это вообще обоссанный будет. Нет, наполовину обоссанный. Он все, уже никак не спрыгнет сам. Опа. Все, лег. Так, этого не спасают? Не спасают. Так, так. Не, давайте последим, потому что сейчас они будут потихоньку спасать друг друга, и все. Так, а, все, тот лежит, этого потихоньку обоссым сейчас. Так, тихо. Ну, кто-то же, ну, хочет, ну, кто-то же хочет тебя спасти, а, сука. Но никто этого не сделает. Все твои друзья будут мертвы так же, как и ты. Куда этот отполз мне? Интересно. Куда реально тот отполз, эй? Куда он отполз? Заткнись ты, я не слышу, как этот стонает. Я он заныкался. Тихо. Подождите. Где он стонет? Ну так далеко отполз или чё? Тихо. О-о-о. Далеко-то не отползешь. Ой-ой-ой, кто тут? Где? Где? Чё, там спрятался? Где он заныкался? Так, они чинят генераторы потихоньку. Где он? Вот, серьезно? Я вот тебя не мог найти, серьезно? Так, где у нас крюк? Вот крюк у нас. Там генератор. Ой-ой-ой. Вот это твое. Стоны, пошел ты нафиг, заткнись. Я тебя все равно подвешу, тварь. Ох, какой маньяк просто крутой. Так, опа, посмотрите по следам. Где-то рядом наши... Ребятульки, где же? Ой, посмотрите, просто. Просто везде следы оставили. Ой-ой-ой, как вы. Как вы, ребят. Ой, посмотрите, посмотрите. Как неряшливо вы бегаете, ребята. Ой, как неряшливо-то бегает баба. Ой, вдвоем сразу. Ой, как классно. О, как вам нравится такое? Так, все-все, мы сейчас бабу убьем. Ладно. После блинка мы можем один бесплатный удар сделать, чтобы... Не, мне кажется, будут ее фиксить, потому что это реально как небольшая имба, так сказать. Посмотрите, что сделала, застанила тварь. Я ж сломаю ее. А! Ты что-то сделаешь, иди ко мне. Ну-ну-ну, не надо убегать далеко. Не... Опа, вы видели? Что? Я вижу их сквозь стены? Серьезно? Вот это было классно. Вот это было круто. Вот это было супер. Куда? А, посмотри, тут наглая вообще. Какие они хитрые просто. Они, по-моему, вместе играют, мне кажется. Потому что так круто сейчас сыграть, это сложно. Так. Оп. Хилит. Да, фак. А, он сам себя хилить может, у него перк. Который... Что? Неужто он... Дратуте? Куда вы... Ага, понял.
Ладно, три генератора в любом случае не починят. Сейчас мы их быстренько грохнем. Только куда они бегают? А, давайте я попробую вот так выйти. Ну-ка. Тихо. Там же, по-моему, генератор пытается дочинить. Не знаю. Ну-ка. Короче, ребята, надо вот этого последнего грохнуть, а потом же, я думаю, это баба дерзкий хочу. Тихо. Он совсем охренел? Ты серьезно охренел, что ли? Вообще, мразь! Вперед хилится перед моими глазами просто. Молодец, что тут сказать. Куда он пошел? Он меня обманывает, что ли? Он там где-то шастает. О, ноет, ноет, ноет. Нет, это я ною. Нет. Да где же они? Так, 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 вот в эту сторону побежали. Ну... Опа, кто там, кто там, кто там, кто там спалился? Кто там спалился? Опа, ну конечно, там вы же спалились, ребята, уже. Так, вот надо на генератор смотреть, потому что я как-то через генератор могу немножко пропалить, да? Опа, опа, опа. Тихо. Чили... Да... Ты серьезно? Не, братан. Да почему я так слабый блинк сделал, дурак? Надо было сильнее блинк сделать. Я сделаю его сильнее сейчас. Оп. Ну все, я примерно понял, на каком расстоянии могу телепортироваться. Только сейчас мне его не потерять, главное. Я его потерял. Найс! А, вон там, не потеряешь, не потеряешь. Опа. Мне кажется, бабу надо. Мне... Давайте бабу грохнем сейчас. Потому что баба там тоже что-то выпендривается, генератор чинит. А этого не надо делать. Ай, куда пошла, куда пошла? А ну иди сюда, маньяк. Здание. Куда она пошла? Где она прячется? Она здесь где-то. Она вот здесь шастает, она здесь. Она там не засела. Опа. А, вообще охреневшая, что ли? Я не понимаю. Тот вообще сам себя хилит, ублюдок. Давайте ее повесим тогда. Ой, куда бежишь, куда бежишь, куда бежишь? Людей насмешишь? Оп. А, подожди, 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 подожди. Где, куда она пошла? Вот сюда пошла, да? Во, вот она меня обманывает. Во, меня обманывает. Как тебе такой, а? Вот этого не ожидала? Вот как таких кемперов надо убивать, просто насаживать. Вот так надо, ребята. Вот именно вот так буду делать всегда теперь. Так, мне кажется, она сейчас выберется вообще, потому что я не успею дотащить ее до нижних крюков. Ух, сейчас люк откроется, потому что ее обоссут. Ну, типа, если ее, конечно, спасут. Но никто не будет спасать, поэтому этот парень просто... Хм. Надо... Во! Я вижу парня! Так, 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 так. Парниша. Ты ж бе... Вон прям за генератором прячется, смотрите. Невидимка. Нет. Пусть же... Стоять. Если он к бабе пойдет, то минус два. Минус два, братишка. Че, он реально пошел? Ха? Нет, он к ней пошел, по-моему. Он не пошел к ней? Ты не будешь спасать эту женщину? Ясно. Просто ясно. Понятно. Короче, все. Парень, видимо, убежит. Но я не думаю так. Я хочу его убить все равно. Он либо находит люк, либо чинит последний генератор. Но мне кажется, он люк быстрее. Во! Опа! Так. Парниша. Ой, как хорошо, да? Ой, как хорошо. Куда это мы идем? Куда это мы идем? Куда, 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 куда мы это идем? Ну куда это мы идем, а? Ну! Да серьезно, с разворот! Да, иди сюда, да блин! Где? Ты, серьезно! Я такой момент упустил! Серьезно! Серьезно, блин, я такой момент упустил! Это просто жопа! Он сбежал в люк! Вот посмотрите, вот, вот вам напоминает этот персонаж кого-то? Я не знаю, это вроде откуда-то. Из какого-то фильма или что-то, но... Это просто круто, это суперский маньяк. Это просто божественный маньяк. Это, я думаю, это самый лучший маньяк, ну, за которого легче всего нафармить. Поэтому, ребята, если у вас Dead by Daylight, вы играете в Dead by Daylight, обязательно, пока есть возможность, играйте за этого маньяка. Мне кажется, его будут фиксить, его будут делать слабее. Поэтому, пока есть возможность, делайте, играйте за него. Смотрите, послушайте, какие стоны задают просто. Я тоже так не могу стоны делать.
Вот такие, короче, херня она издает. А накачаем, мы сможем уже второй уровень маньяка. Вы прикиньте, за одну катку второй уровень маньяка. Это же круто, это просто вау. Вот перки, перки надо потихоньку. Monster Shrine, у нас есть единственный перк пока что, который мы прокачали. Единственные офферинги. Но предметы вроде... А, подождите, так предметы же что-то делать. Ясен пень. Ну и единственный перк мы прокачиваем за маньяка. Буду затротить, наверное, за этого маньяка, потому что, ну блин. Это, во-первых, легкий фарм блудпоинтов. И хочу шмотки. Хочу шмотки на маньяка вот прям кровавая. Она и так кровавая немножко, но там будет еще шмотки кровавые. Это будет вообще супер. Ну, ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, подарить видео. С вами был FlakeGK. Всем удачи, всем пока.